менеджер, давай, зовите. Ну, у нас заказ срочно. Подождите, сейчас я менеджер. Давайте. А вдруг он не придет? У нас 10 минут, вдруг за 10 минут он не придет. А у нас срочный заказ всех магазинов. Ну, не всех, слава богу. Большинство, да. Поэтому, да, давайте. Джинсики. Тысяча. Голубенькие кроссовки. Да, хочешь голубенькие? Ну, у них фотозапрет есть. Опа, это к Семишаговым. Бякает. Основной заснял. Хочу такие. Подходи ко мне, а то буду сама обороняться. Снежная королева. А маски резкие, четкие. Стильные дрожжи и многое другое. Померяйте все температуры. А, все по 79. Так, ну все вроде.
правильно стоял. Надо диваны, чтобы правильно стоял. А что из этих токеров? Что, кто застал? Ага. Вот когда двери закроются, часы работают, это частная собственность, я сюда проникну, я нарушитель. Это я понимаю. А когда часы работают, это общественное место. Вы в свою квартиру пустите с фотоаппаратом? Так это же не общественное место, моя квартира. Это я же понимаю. Не-не-не, вы не понимаете, я вам это объясняю, что часы работают. Я же не пришел с вами ругаться. Так я тоже, я просто объясняю. Можете в администрацию позвонить, сказать. Если они хотят, пускай сами сюда идут. Можете сами им шпаргалочку дать. Мы бегать ни за кем не собираемся. Все посмотрите статьи, они в открытом доступе к Конституции, гражданскому кодексу. Мы как потребители, мы не должны бегать за администрацией и спрашивать у них что-то. Это я понимаю. Если они хотят, пускай сами идут. Снять? Да мы все. Все интересует конкретно. Все интересно. На память, да. Ну, это вот знаменитый человек, и он о своих путешествиях ведет блог. Да, я звезда из Москвы, путешественник. Так что все ему отдадим, из Москвы, а он это себе там куда-то. Или может потом продаст на этот как. Я просто попросил согласовывать все эти вещи. А как вас зовут? Да, представьтесь, пожалуйста. Говорим, если вы представитель торгового комплекса. Снимать, что хотите. Анастасия, администратор. Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Да, популярный блогер, контролер Валёв из Москвы, звезда. Можно заселиться. Я могу вам поставить номер телефона нашего центрального офиса. Вы позвоните и согласовываете данные. Автограф сессию, да? Территория, да. Нельзя автограф сессию провести с фанатом. А вот извините, пожалуйста. А вы фанатка моя? Анастасия, да, еще раз извините? Анастасия, да? А у вас каждый посетитель должен звонить в центральный офис, согласовывать посещение вашего торгового комплекса, да? Посещение у нас. Ну, я как посетитель. Съемки у нас запрещены. Кем запрещены? На частной территории все съемки согласовываются. У частной территории есть режим работы? Да. Ну, тогда это получается что? Общественное место в часы работы. Когда она закроется, это будет уже частная территория. Меня правила не касаются, как бы потребителя. По законодательству Российской Федерации, по Конституции, меня это не касается совершенно. У меня есть 29-я статья, пункт 4 Конституции Российской Федерации, которая мне позволяет фиксировать и собирать любую информацию, доступную мне способом. Фото-видеосъемка у нас в стране, в Российской Федерации, не запрещена в общественных местах. А как же закон о защите прав потребителей? Да, статья 8.10, если я не ошибаюсь. Здравствуйте. Ну, 20% скидка. Все, да? Все заснято? Да. Но маску не одеваем. Сниматься надо? Да, маску оденьте. Сниматься нельзя? Маску оденьте? Можно нельзя. Маску оденьте. Вы начали сейчас. Масочная резина. Вы прекрасно знаете, если вы сейчас на завтраке были бы, у вас уже носа подменяло. Вот видите, как телевизор на рассказку показывает. А что у вас нельзя снимать, да? Нельзя снимать. Вот, кто запретил? Порядок, видно, хороший, но маска да, снимаете. Звезда. Да ну, вы чего? Да, Москву тоже не у меня, мне разрешил этот, как его. Давайте, одевайте. Мы только что там были. Что? Да. Он, человек. Нет, человек. Так, давайте, ну, потому что хочется. Вы по большому... Ну, мне мама купила камеру, сказала, вот, на тебе, снимай. Я хожу, снимаю, все.